Всем привет! Очередная посылка с сайта AliExpress для GTR на 47 мм заказывал. Сейчас посмотрим, что пришло. Ну, опять же, для защиты заказал вот такое вот стеклышко. И что-то мне подсказывает, что оно маленькое. Хотя нет, оно как раз. Ну, клеить я его пока не буду. Еще похожу немного так. А потом для защиты очень даже пригодится стекло. Это именно стекло, это не пленка. Ссылка на него будет в описании. Стекло заказывал одно, но можно было заказать несколько. Пакет, стеклышко. Это чтобы не раздавить, наверное. Китайцы так чудят. В общем, как-то так. На 47 GTR 47 мм. Кто будет заказывать, смотрите дальше. Попозже выйдет видео о том, как я его наклеиваю и что из этого получилось. Ссылка на стекло, на продавца будет в описании.